кроты, вестники бытия. Непаханное поле реального уходит до горизонта, изрыто кротовыми лунками встреч, в которых оно и просвечивает для вольного пахаря, находящегося по ту сторону поля, с изнаночной стороны земли. В реальном иное небо и иная земля. Иногда во сне можно свободно путешествовать там. Бестелесной душе не нужны лунки. Тяжелому плотяному телу попасть туда можно только через встречу с другим. Или, как Алиса, выпив чудесный эликсир. Кроты – вестники бытия.